Песня о поперечном. Не спи, вставай, кудрявая. Борис Корнилов. Песня о встречном. Есть в нашей артельной бригаде один занятой человек. Всегда он при полном параде, всегда укоряет коллег. Ну что вы за бездельники? В очках носы, вам даже понедельники для сна часы. Готов он без продыха спорить, чтоб только свое доказать, и нет ему большего горя, когда он не вправе сказать. Ну что за сброд бездельников, носы одни, вот вас бы с понедельника на трудодни. Он вид напускает угрюмый, единственный специалист. Но если зальет выше трюма, не в меру бывает речист. Что проку с вас, бездельников, уткнут носы, считают с понедельника свои часы. И утром, сопя на летучке, он смотрит надменный строк, как будто Господь синей тучки страданием подводит итог. Ну что за сброд бездельников, носы торчат? Всех вас бы с понедельника, да к черту в ад! Перечит, наглеет, мажорит, хозяин в своем теремке. Ему бы с собакой в дозоре границу держать на замке. Тогда бы псы-бездельники к носам носы лизали в понедельники его усы. Кто скажет, зачем его терпят, зачем его ставят в пример? Он наш без вина виночерпий, тиран, резонер, Робеспьер. Его зовут бездельники и славят псы, банкуя в понедельники на распасы. Его зовут бездельники и славят псы, банкуя в понедельники на распасы.